Здравствуйте, дорогие друзья! Всем благословенного дня, открытых небес, открытых источников небес, потому что все, что нам нужно на земле, Господь об этом знает. Он нас не потерял из виду, Он не ушел в сторону. И поэтому то, что нам сегодня необходимо с вами услышать, узнать, понять, принять, это Его возможности, которыми Он нас насыщает. Я желаю, чтобы сегодня мы воспользовались этим благоприятным временем. Несмотря на то, что это стыковка разных состояний, и понятно, что когда прошла или проходит одна волна, наступает следующая, но мы с вами имеем промежуток между волнами. И так хочется, чтобы мы сегодня с вами могли уже действительно быть в бодрости. Не расслабились в смысле напряжения, а в смысле бодрости, когда мы понимаем, где мы, что мы и для чего. И поэтому, друзья, когда это знание приходит к нам, когда это понимание начинает нас насыщать, тогда мы сами становимся более уверенными, более стабильными в покое, в понимании, в движениях. Тогда мы отделяем одно от другого, где какая ложь, где какие предложения негативного плана. Не потому, что мы подозреваем людей каких-то конкретно рядом с нами, а они сами могут действовать в невежестве. Поэтому мы просто останавливаем эти мутные потоки в свой адрес своими решениями, которые у нас есть, и этим правом, который никто у нас забрать не может, потому что мы прежде всего свободные люди во Христе Иисусе. И так тогда, когда Павел сказал: «Стойте в свободе, в которой призвал вас Христос». Поэтому нам важно, друзья, понимать, свободу мы получили не от людей. Свободу мы получили от Бога, и в этой свободе нам надо принимать те решения, которые нас делают неуязвимыми. Поэтому да сохранит Господь и сейчас, в это непростое время, знать начальника времени, знать начальника жизни, того, который, обозревая лицо земли, видит всех, а особенно тех, чье сердце вполне Ему предано. Поэтому пусть сейчас наши сердца пройдут эту проверку. Преданность Христу, преданность Его ценностям, преданность Его принципам, а в этом значит преуспевать и стоять твердо. Поэтому продолжаем говорить про Давида. И тот человек, который Савей, пошел и уже собрал практически все города за собой, которые прошел. Люди за ним хорошо пошли. И пришли и осадили его в Авеле-Бев-Маахе. И насыпали вал перед городом и подступили к стене. И все люди, бывшие с Иавом, старались разрушить стену. Посмотрите, есть уже некоторое укрепление, которое он успел построить. И Иав продолжает преследовать, потому что ему надо остановить это беззаконие. Остановить эту опасную ситуацию. Потому что в такие моменты потерять время – это потерять победу. Поэтому и у нас с вами сейчас важность не просто где-то отсидеться, не просто знать, что моя хата с краю. Друзья мои, нет сейчас крайних хат. Сейчас есть личная позиция, которую важно иметь, сформированную, которую важно иметь, исходя из ценностей не информационных потоков, которые на нас сейчас сваливаются, а исходя из божественных источников, когда Господь предлагает нам быть Его детьми в реальном мире, когда Он предлагает нам жить в соответствии с Его ценностями и не уходить в сторону. И даже если кто-то уже настроил какие-то стены и крепости, мы можем их сейчас с Богом преодолевать. Поэтому да поможет нам Господь увидеть, что Бог поставил нам защитой, а что навалили люди. Какие завалы стали у ваших источников? Если завалили ваш источник жизни, питья, еды, то надо его срочно откопать, потому что сейчас не то время, когда надо согласиться на компромиссы, сейчас не то время, когда надо идти на сговор с врагом, сейчас как раз четкая позиция, которую важно для себя иметь и укрепить. И да поможет Бог сейчас Давид, который понимал, что он царь, ему надо эту позицию сейчас не отдавать. И у нас есть понимание, что мы дети царя царей, и он на троне, над каждым царем он правит, над всеми указами он правит. Поэтому обращаться к Богу и утверждать на земле его царство, утверждать его принципы, разрушать твердыни врага вокруг себя, внутри своего мышления и вокруг своей жизни. Все, что нам дано как право, надо им сейчас пользоваться. Небесный Отец, я благодарю Тебя, что этим правом мы как раз и пользуемся. Камень, который оторвался от скалы, без содействия рук человеческих, да ударит истукана по ногам. Да рассыпется вся эта структура, которая веками строилась. Но она легко может сложиться, когда Ты удаляешься
ударяешь своим камнем по этому слабому звену. И я благодарю Тебя, Господь, что мы сегодня знаем, где это слабое звено, и мы не соглашаемся оставаться в покое и в стороне тогда, когда мы хотим успокоиться только в Тебе, а не пойти на какие-то ложные предложения покоя и потерянного времени. Поэтому, Дух Святой, я сейчас приглашаю Тебя на каждого человека, кто является свидетелем и этой программы. Будь с нами, будь в нас и будь через нас творящим Богом. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго, до новых встреч, до свидания.